известно, Бичтара 17 века – это многочисленные пожары. Тара выгорала два раза в 17 веке и один раз в начале 18 века. И археологи находят свидетельства этих пожаров. В частности, нашли следы сгоревшей избы 17 века. И вот интересно, что жители, те, которым принадлежала эта изба, были застигнуты пожаром врасплох. Они готовили себе еду, парили репу. И вот археологи нашли корчагу с корнеплодами, с остатками вот этой вот репы. И сейчас она перед вами. Понятно, что обитатели избы выбежали, оставили все, и их изба сгорела. Но в 17 веке, как и сейчас, есть примета. Ничего не брать с пепелища, поэтому и за предметами не вернулись. Их оставили и начали обзаводиться новым имуществом. А корчага ждала, чтобы археологи ее нашли, почти 300 лет.